Однажды в садике родился необычный малыш, но никто не понимал, зачем он попал на землю. Мы хотели ей дать имя, но она представилась как Еленька Елена, ну или просто говоря, Ебелена. Мы заселили ее в 313-ю комнату от греха подальше. Замечали у нее особый интерес к готовке. Постоянно пыталась что-то приготовить для нас, но мы ели это все с большой осторожностью. А также мы замечали у Ебелены склонность к танцам и алкоголю. В один момент, когда наши почки уже не выдерживали, мы решили избавиться от нее. Но мы не смогли, она нас очаровала своим иноземным пением. Мы тщательно пытались не поддаваться иноземному искушению, но нам это с трудностью удавалось. В скором времени мы тоже стали странными. Но нам это нравилось, и поэтому мы хотим ей поблагодарить, что она выбрала нас и осталась с нами надолго. На сегодняшний день мы уже не представляем свою жизнь без Ебелены. La mulți ani, Ilincuța! Tantea uguri!